Традиции приехали в детский дом «Теремок» и привезли подарки от святого Николая. Но сейчас здесь очень большие обстрелы, поэтому дети вынуждены были эвакуированы. Но само дом, помещение, все это хранится сотрудниками, и они их с нетерпением ждут. И вот мы привезли подарки для сотрудников. Мы привезли подарки, но уже не для детей, а для тех, кто сохраняет этот дом для детей. Большое вам спасибо. И не только от меня, а, конечно, от всех тех, кто сейчас собрал денежку и привезли вам поддержание подарки. Это не столько помощь чисто материальная, сколько духовная, потому что важно понимать, чтобы сколько зло не торжествовало здесь, добро победит. Помогай нам Бог, и всех благ вам, и защиты святителя Николая. На работу приходится ходить с ребенком, потому что оставлять некуда, садики и школы закрыты с февраля месяца. И вот летом дежурила с ним, попала здесь под обстрел. Вот то, что рассказывали, мы 4 или 5 часов здесь вот пролежали действительно в коридоре на полу. И вот после этого как бы есть последствия, допустим, вот у меня у ребенка, он теперь боится оставаться один, везде только со мной. Так что в таких вот условиях находимся, живем, выживаем как можем. И спасибо вам за помощь. Мы находимся в таком месте. Это самое безопасное у нас место. И когда с детьми мы были, мы всегда собирались. И сейчас, когда начинаются прилеты, все сотрудники в кучку, мы сбиваемся. Это самое безопасное место. Летом было попадание вот на территории детского дома. На все окна в столовом зале вылетели. Меняли, крыша побитая, там, как звездное небо, и сейчас закрывали там полиэтиленом. По традиции мы всегда приносили, сюда привозили сладости. Да, сейчас немножко другая установка, но мы не стали нарушать традицию, это добрый знак. И пусть это будет тоже тем, кто хранит все это, и ведет детей, и вашим детям. Накануне такого праздника у нас действительно сюрприз и радость в детском доме, потому что обычно подарки привозятся детям, а здесь вспомнили, что у нас есть коллектив, девочки, которые мальчики, которые под обстрелами работают. Поэтому большое спасибо всем добрым людям, людям, которые не безразличны к судьбам других людей, которые находятся под обстрелами и работают. Большое спасибо!